Всем привет! С вами Маша Смолот, и сегодня я покажу, как сделать вот такой вот кожаный свиток со спрятанным посланием. Все это состаренное и выглядит очень даже ничего, как на мой вкус. Это заказ, вот поэтому здесь присутствует тиснение. И вот. Дальше я подробнее расскажу, как это все делается. Сейчас просто обзор готового изделия. Вот свиток. Свиток я не буду показывать, что там, но там текст. Так вот я состарила зажигалкой. Вот такой вот свиточек двусторонний получился. Это сам свиток. Здесь я оставила нетронуто. Здесь покрыто слоем лака. Ну а теперь я покажу, как это все делалось. Итак, в коже я буду использовать растительное удубление. Здесь я уже отметила себе метки по размеру А4. И сейчас произвольно, но так как я не хочу, чтобы это был прям прямой край. Ну, вроде как история про состаренный свиток. И, соответственно, состаренная должна быть и обложка. Поэтому от руки свободно я делаю какой-то край. Конечно же, не пишет ручка. Делаю как-то вот так. Вот так. Так. Дальше беру ножницы. Такой вот у нас получился свиток. По-моему, даже очень симпатично. Все это будет выглядеть вот так. Внутри будет еще послание. Сверху я здесь вот проделаю дырочку и еще пущу тесемку кожаную тоже, чтобы завязывалось. Вот, ну что, теперь подготавливаем эскиз и будем теснить. Значит, на лицевой части будет теснение вот такого вот рисунка. Рисовала я сама по пожеланиям заказчицы. Вот, поэтому работа эксклюзивная, повторений не будет, и это будет подарок, который никогда ни у кого не повторится. Ну, именно, по крайней мере, в моем исполнении. Вот, что нам нужно? Нам нужно намочить кусочек кожи, примерно у нас он занимает. Намочим.
само послание будет выполнено на таком листике. Двусторонний — это лист для скрапбукинга. Покупала в Леонардо. Несколько вариантов. За качество выбрала вот такой. Но так как у меня будет послание формата на А4, мне нужно отрезать. Соответственно, фею мы оставляем. Берем любой листок А4. В принципе, тут подходит. Делаем меточки, где нам отрезать. Что, пойду печатать. Значит, что я сделала? Я зажигалкой немножко подпалила краешки, чтобы это тоже выглядело состаренным. Вот, так что там на обратной стороне уже распечатан текст, но я его не буду показывать, так как это личный подарок. Вот. Ну что, поехали дальше.